28 января на катке «Красной звезды» состоялись массовые катания на коньках в рамках федерального проекта «Спортивная студенческая ночь». Омская область уже третий год активно поддерживает всероссийскую акцию. Отпраздновать День студента в спортивном стиле пришли более 1000 человек, причем среди гостей праздника были как студенты, так и те, кто любит спорт и здоровый образ жизни. Часть о таких мероприятиях — это, во-первых, хорошее времяпрепровождение, это здоровый, полезный досуг, это возможность найти новые знакомства и, в принципе, с друзьями, своим коллективом отдохнуть. Мы, в свою очередь, рады организовывать такие праздники. Мы каждый раз меняем локацию. Для меня это уже третья студенческая ночь. Первый раз мы проводили на Омской крепости, когда я участвовал. Второй раз это был каток. Получается, возле органного зала, Воскресенский сквер. И вот сегодня мы взяли площадку самого большого городского катка, катка «Красная звезда». И мы видим, что это было сделано не зря, потому что действительно народу очень много, требуется много места. И хорошо, что мы создаем вот такие объекты для досуга людей. Счастья и добра всем участникам праздника пожелала двукратная олимпийская чемпионка Виталина Бацарашкина. Спортсменка пришла на каток вместе со своими друзьями. Времяпровождение с друзьями, с семьей – это великолепно. Еще если это все связано со спортом, то это вдвойне круто. Поэтому очень рада, что здесь так много людей, и всем, я надеюсь, что всем все нравится. Украсила праздник яркая интерактивная программа. Завораживающие композиции фигуристок, веселые конкурсы, увлекательные эстафеты и катание под зажигательную музыку. Потрясающе, потому что каток — это место, куда можно собрать практически всю группу. Вот. Кто умеет, не умеет кататься, все равно все придут. Сегодня мы пришли отличной компанией на это мероприятие. Лед очень хороший. Я чувствую, что мы получим отличные эмоции и зарядимся позитивной энергией. Добавил эмоции розыгрыш призов. В числе подарков были сертификаты от аквапарка «Акварио», Академии вождения «Вектор», Омских «Фоков», спорткомплекса «Красная звезда», а также сувенирная продукция от школы единоборств «Шторм», баскетбольного клуба «Нефтяник» и волейбольной команды «Оми».